Трое детей пострадали в результате пьяного ДТП в Ибрезинском районе Чувашии. Трехлетний малыш в тяжелом состоянии. Анна Центовская посмотрела на кадры пьяной езды и попыталась понять, почему горький опыт актера Михаила Ефремова, который обсуждала вся страна, так никого, а главное, ничему не научил. 16 июля в Ибрезинском районе произошла страшная авария. Пострадавшие – трое детей. И если старшие отделались ушибами и легкими травмами, то младший, ему всего 3 года, в реанимации, в коме. Виновник ДТП – 31-летний житель Ибрезинского района. Только за прошлый год 5 раз грубо нарушал правила дорожного движения. Превышал скорость и проскакивал на красный. На этот раз тоже летел. Догнал впереди идущий автомобиль. Восстановлению не подлежат обе машины. В крови – смертельная доза алкоголя. Вот еще свежее видео из Чебоксар. Этот персонаж только что вышел из-за руля. Сотрудники ДТП подоспели вовремя. Не успел далеко уехать. Держи. Снимать надо? Проходить будешь, естественно, нет. Прибором. Суд потом отдаст на себя. Должны я снимать? С 1 по 19 обратилось 20 детей, пострадавших в ДТП. Различной степени тяжести. В последнее время пешеходы такие, что их сбивают на пешеходных переходах. Много детей у нас едут, ну, это как являясь пассажирами, зачастую не пристегнутые. Врачи просят водителей не отвлекаться на смартфоны, а пассажиров всегда пристегиваться. За 6 месяцев в Чувашии в ДТП погибло 2 ребенка. 59 получили ранения. При этом водители не всегда виноваты. В сезон роликовых коньков и новомодных самокатов статистика бьет антирекорды. В качестве пешеходов травмы получили 12 детей. 6 из них получили травмы, значит, по собственной неосторожности. Каждый ребенок должен понимать, что дорога – очень опасное место. Только объяснить это ему должны взрослые. Как раз сегодня в садике номер 83 место воспитательницы – человек в форме, инспектор ГИБДД о том, как правильно переходить дорогу. Незамысловатые стишки «красный свет дороги нет» уже не работают. Надо сочинять новые – про беспроводные наушники, гаджеты и электросамокаты. Начнем переход с тобой. Правильно. Так, наушников у нас нет. Сотовый телефон мы убрали. Итак, смотрим сначала по сторонам, налево, направо. Так, все автомобили у нас стоят? Стоят? Можно переходить дорогу? Дальше дело родителей. Научить и объяснить, что настоящее уважение к дороге – это когда водитель притормаживает на зебре, а пешеход прибавляет шаг. И даже переходя на зеленый сигнал, все-таки стоит повернуть голову и посмотреть, нет ли автомобиля. Анна Центовская, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика.